Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыльного пирожного и конфет. Для этого нам понадобится 3D-форма пирожная. Выглядит она вот так вот. Понадобится пластиковая форма в виде конфеты. Понадобится основа прозрачная. И основа белая. Также я буду использовать отдушки. Отдушку карамель груша. И отдушку ванильное печенье. Также необходим будет краситель мультифруктовый. Краситель зеленое яблоко. Краситель сиреневое наваждение. Краситель гелевый василек. И краситель гелевый пинг. Для начала растопим небольшое количество белой основы. После того, как основа растоплена, мы с помощью спиртола сбрызгиваем формочку. В одну часть основы добавляем краситель зеленый. Хорошенько перемешиваем. Во вторую часть основы добавляем краситель мультифруктовый. И также все хорошо перемешиваем. Добавляем отдушку, карамельная груша. И тоненьким слоем заливаем форму. Оставляем до полного застывания. Пока наши конфеты застывают, тем временем мы займемся изготовлением пирожного. Для этого мы растопили небольшое количество белой основы и прозрачной основы. В прозрачную основу мы добавляем краситель сиреневое наваждение. Хорошенько перемешиваем. Добавляем отдушку ванильное печенье. И также я буду использовать органическое косметическое масло для рук и ногтей. Мы добавим тоже несколько капель. Все тщательно перемешаем. И в эту основу мы добавим растопленную белую основу.
Теперь мы берем любую пипетку. Я буду использовать пластиковую. Набираем основу в пипетку. И заливаем бантик. И ждем, пока он хорошо высохнет. После того, как бантик хорошенько высох, мы переворачиваем в форму. Остаточную основу немного подогреваем. И заливаем в формочку. Это у нас будет верхний слой пирожного. Лишнюю пену сбрызгиваем спиртолом и оставляем до полного застывания. После того, как первый слой конфет хорошенько высох, мы с помощью зубочистки наносим любой рисунок. Я буду делать обычные такие волнистые полосочки. Хорошенько прорисовываем, чтобы зубочистка доставала до дна формы. Лишнее убираем. То же самое мы делаем со второй формой. Мы сделали рисунок, и выглядит он вот так вот. Теперь мы растопили прозрачную основу, две части прозрачной основы, растопили белую основу. В одну часть прозрачной основы я добавляю гелевый краситель «Василек». Добавляю отдушку, карамель груша. Добавляю масло. И хорошенько перемешиваю. В эту же основу мы добавляем немного белой. Thank you.
И заливаем основу в формочку. Основа обязательно должна быть теплой, для того, чтобы верхняя часть, сам рисуночек, не поплавился. И оставляем конфету до полного застывания. И то же самое мы делаем со второй конфетой. Прозрачную основу мы добавляем немного гелевого красителя Pink. Добавляем отдушку карамель груша. Перемешиваем все хорошенько. Добавляем масло для рук и ногтей. И добавляем белую основу. И заливаем все в формочку. Лишнюю пену убираем с помощью спиртола. И отдаем мылу хорошенько застыть. После того, как верхний слой пирожного хорошенько просох, мы с помощью зубочистки рисуем такие вот полосочки, для того, чтобы оба слоя между собой хорошо скрепились. Далее в растопленную теплую белую основу мы добавляем отдушку, ванильное печенье. И добавляем органическое масло для рук и ногтей. Тоже несколько капель. Все хорошенечко перемешиваем. И заливаем в формочку. Лишнюю пену убираем спиртолом и оставляем его до полного застывания. После того, как мыло полностью застыло, мы достали его из формочек, и у нас получилось вот две такие замечательные разноцветные конфеты и такое аппетитное пирожное. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До скорых встреч!